Продолжается благоустройство набережной Малого Тарычевского пруда, который находится между жилым комплексом «Зеленой аллеи» и школьной улицей. Все работы проводятся за счет внебюджетных источников финансирования. Проектом предусмотрены пешеходные дорожки над поверхностью воды, сделанные из террасной доски, прогулочные тропы на берегу из бетонной плитки, современные детские и спортивные площадки, зона для кафе и проката, уличное освещение. Новый проект благоустройства предусматривает всесезонное использование природной зоны. В настоящее время идут работы не только на прилегающей территории, но и по подготовке водного объекта к строительству. Водолазы сейчас обследуют дно водоема для составления карты глубин и мест закручивания свай обследуют. Плюс они очищают дно от мусора, потому что мусора скопилось за время бесхозного состояния этого пруда очень большое количество. Напомним, что в 2020 году администрация Ленинского городского округа провела опрос жителей. Основываясь на пожеланиях горожан, был подготовлен данный проект. Работы по благоустройству Малого Тарычевского пруда завершат в ноябре 2024 года.